Приветствую, друзья! С вами Эдуард Волков и 57-й день на жидкостях. Пью только соки, преимущественно помидоровый сок, молочко, ну, иногда пиво, иногда вино. И вот 57-й день заканчивается, и я вот подготавливаюсь уже к чистой воде, то есть все оставляю. И буду переходить на воду, то есть более сильное, так сказать, и быстрое скидывание веса. То есть цель есть, была цель похудеть на 15 килограммов, вот, и, но главное все-таки не вес, главное все-таки очищение кишечника было. То есть каждый день пью много-много жидкостей, мешаю их между собой, не пью никаких таблеток для того, чтобы очищать кишечник, пью только вот соки, молоко. И в больших количествах они все-таки пробиваются и вымывают из большого живота очень много всяких гадостей. До сих пор, представьте, заканчивается второй месяц, и вот на второй месяц еще там что-то появляется. Кроме того, что там в томатном соке есть и в молоке есть какая-то консистенция, еще все это старое, видимо, многолетнее выходит. То есть уже, ну, почти что меньше. Для этого мне дети скачут по животу, так чтобы такой массаж делать, чтобы побыстрее эта болтыханка все там из-за комарков повыплывало. Вот. Ну и таким образом вот происходит очищение кишечника. А как я уже говорил ранее, самым главным, что я считаю в здоровье человека, это не отравляться. Значит, здоровье наше полностью зависит не только от того, что мы скушаем. Потому что, что бы мы ни скушали, кроме ядов, естественно, таких для организма, то есть все, что бы мы не съели, это на здоровье. Но если хронически забиваем кишечник, и он непроходим, и там эта пища остается на несколько дней, она загнивает и травит наш организм. Потом все это, аммиаки различные и остальное, они просто идут в кровь вместе, ну, всасывается, да, как и с полезными какими-то энергиями и веществами, всасывается и расходится по клеткам. Происходит что? Происходит отравление клеток. Они становятся вялыми. То есть в быту это называется лень. То есть это самое главное здоровье человека – это чистый кишечник. Просто, понимаете, современная медицина так устроена, что она, ну, как бы заточена на все-таки на получение прибыли. И поэтому сложно очень человеку дать возможность, чтобы очистить кишечник. Он все-таки должен еще и кушать. А вот это создание такой диеты, оно не всегда в кайф человеку, да, то есть ему нужно как-то изменить свое питание или как-то подстраиваться. Ну, это лень. Зачем нужно? Что есть, покушали, или что-то вкусное съедаешь. Да, нет проблем. Можно кушать все, что угодно, но нужно тогда и поститься. То есть нужно делать перерывы, чтобы вычищать все это, хотя бы периодически. А потом, когда уже войдешь во вкус, если будешь поститься, тогда уже появится чувство легкости, ну и такой, вот дети, знаете, как скачут, прыгают, вот так же и человек себя начинает чувствовать, когда у меня чистый кишечник. То есть вот сейчас на 57-м дне все это вымывается, и я себя чувствую, ну, наверное, в 3 раза как бы бодрее, чем до начала этого поста. То есть реально просто-напросто небо и земля происходит. Такое все и на психологическом плане. Вот, поэтому вот, кишечник – это самое главное. И просто жалко людей, которые кушают эти тонны таблеток,
убирают эти все симптомы, а самое главное остается. Человек стареет, человек начинает морщины появляться. Посмотрите у женщин, да? Молоденькая, хорошенькая, талия узенькая, все там как у козы проходит. И вдруг какое-то время начинается животик, жирок расходится, и потихоньку, а потом раз, приходят морщинки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как-то они преждевременные, эти морщинки. Можно было бы там и до полтинчика дотянуть так, а тут женщина еле-еле до 40 доходит, и она быстренько-быстренько начинает стареть. То есть процесс старения, наверное, на большую часть связан именно с загрязнением кишечника. Есть еще вот эти, это одна только, один столб, на котором держится здоровье человека. Второе – это дыхание, это вывод углерода из организма, то есть отработанного материала, я как рассказывал, да? Что такое дыхание, зачем оно нужно? Один из аспектов, который я точно наверняка знаю, это выношение мусора. Легкие – это те, которые принимают, хотя там и малое количество этого кислорода, но когда он входит в наш организм, он по крови клетками омывается, смотрит, распространяется и выходит как О2 вошло, СО2 вышло. То есть О2 зашел, смотрит, мусор лежит, взял этот мусор С и выносит его. И выносит его постоянно, то есть отработанные клетки, выкидывает их. Вот эти отработанные клетки и называются, то, что называется вирусами у нас. То есть, понимаете, это дыхание и кишечник. Два. Еще третье – это энергетика и связанная с ним, то есть одно и то же, что в принципе это психология. Это то, что называется нервами, эмоциональный мир человека. То есть от него тоже очень много зависит. Он напрямую влияет на энергетику. И с одной стороны, если будет чистый кишечник и здоровое дыхание, то, соответственно, и будет позитивное мышление в голове человека. Посмотрите, что делается, что большинство случаев негативного поведенческого такого мотива, жизненного такого негатива в человеке, там, бабушки, которые постоянно недовольны, дедушки, которые постоянно старые маразматики. Это ж в принципе из-за того, что у них просто нездольность тела, то есть слабость тела, потому что оно многие десятилетия отравлялось, и в конце концов лень это и вот эта немощь, она заставляет жить на минимум энергии, а когда человек минимум энергии имеет, он именно так себя ведет, то есть ему плохо, и он это плохо распространяет по другим. Он не может быть положительным, он не может думать о других, потому что еле-еле его тело живет. Хотя наука, как таковая, и не понимает, и не принимает понятие энергетики нашего тела. То есть для нее это не существует. Тут еще существует такой мотив, что она, наша наука-то, она такая иудейско-протестантского такого толка, да, она базировалась на определенных религиозных, в определенных религиозных группах распространялась, и поэтому она как бы, очень сильно противоборствует с восточными традициями медицинскими. И вот это противоборство вливается в полном отрицании. То есть отрицание, как мы знаем, что у нас христианство признает дух, душу, то есть сознание, то, что у нас как бы невидимое мы, то, что думает, то, что в снах находится, то есть вот этот информационную оболочку нашу, которая есть наше «я», которое отходит, отлетает, они признают как-то. А вот наука, которая вышла как бы из лона христианской церкви, иудейской христианской церкви, вышла, она разделилась, оторвалась политика,
религия отошла в сторону, наука. И вот они, это все разделение произошло. Культура там, ну, в общем, раньше все базировалось на одном, 2000 лет, 1500 лет, в общем, строго христианская такая была, был такой культ. И все, на всем давлела христианская мораль. А сейчас все разошлось и разделилось на части. Каждая имеет свой быт, и она как бы уже не соответствует, эта философия науки, политики и вообще культуры, в общем, религиозным догмам. Хотя все должны быть хорошие, но смысл в том, что нам запретили бессмертие. То есть бессмертие сознания, вот этого сознания, которое, то есть мы разделяем, из чего состоит человек, из тела и сознания. То есть то, что уходит в сон, это сознание. То, что думает сейчас, это сознание. Тело – это, в принципе, биоробот, будем так говорить, просто, которое просто отработал ресурс, он отходит, тело уходит в свои сны, потом обратно возвращается. И вот, вот эта наука нас просто-напросто от этого понимания бессмертия сознания, она оттолкнула, потому что она как бы решила, что на уровне технократическом, ну, просто зачем людям забивать себе голову каким-то перерождениями, как у индусов. И вот эта борьба с индусами, с сатаной, сантана-дхарма там, здесь наука и религия, в понятии релига, лига. И вот, вот это противоборство отталкивает те науки, которые уже десятки тысяч лет, которые, а здесь всего лишь там несколько тысяч лет. То есть это противоборство ни к чему хорошего не приводит. И тем более в плане познания природы человека. Нашу энергетику человеческого тела никто не принимает. Да? То есть вот, у нас психология – это, ну, набор маразматических каких-то выводов. Ну, я не знаю, там, посмотришь диагнозы. Ну, явно видно, что есть люди больные, да, есть люди больные. То есть это все связано с коммуникацией. И никто им не помогает. Просто-напросто на бытовом уровне человеки беспомощны, у них нет той науки, которая бы помогла им, вот, самому человеку справляться с психологическими какими-то своими проблемами. Говорят, было. Было, говорят. Ну, смотрите, у славян вот показано, что славяне имели там тоже схожие чакры, вот эти центры энергетические, эмоционально-энергетические. То есть вот это наши алтайские, тибетские вот эти все темы. То есть эгоизм, злость, желание, ревность, зависть – все это были энергетическими составляющими. То есть они имели простое, вот смотрите, для обычных людей понимание, что если ты глуп, ты свинья, если у тебя переполняет желание, ведешь себя как петух. Если злость у тебя есть, значит как кобра. Если эгоизм, значит ведешь себя как лев. Ревность, зависть, обезьяна. Это, в принципе, очень просто, как для детей маленьких показывают, что вот, смотрите, вы можете видеть и понимать свои эмоции. Вы можете не только жить по Павлову, да, как собачки, которые вот сейчас что-то захотелось, побежал за этим, сейчас злость пришла, ты ее или сдерживаешь, или ее проявляешь, если на своих-то можно, да, свои это привычно. Вот. Так же все, эгоизм весь. Вот, то есть этот мир стал как бы жить по Павлову. То есть у людей забрали сознание, им оставили только тело, которое начинает руководить человеком, то есть комплексом сознания и тела. Да? Я уже рассказывал, как поститься, и чтобы хорошо поститься, нужно в такую игру поиграть. Берешь, отсоединяешь себя, что ты сознание являешься, и у тебя есть тело, и ты командуешь телу. Подними руку. Вот она поднимает руку. Опусти руку. Опустила руку. Закрой глаза. Открой глаза.
оно слушается, оно меня слушается, понимаете? Вот это такая игра, но это, она показывает суть природы. Это как человек, который сознание, если взять ум, то, что думает, это слон, взять так, картинку, нарисовать такую индусскую. Человек – это сознание, ум – это слон, а обезьяна – это тело. То есть она вот со своими желаниями, страстями, все. И вот обычный человек выглядит так, что обезьяна берет за хвост слона, тащит его, а сзади за хвост держится человек. И идет такой, болтается, еле непритомный. Вот. Как все изменить? Ну, иногда люди начинают упорядочивать свою жизнь, но они на мышление начинают. То есть они забираются на слона, едут на слоне, они обдумывают, вот, рассматривают все свои жизненные ситуации. Но обезьяна-то все равно тянет этого слона, да? То есть впереди тело, оно со своими желаниями. Покушать хочу, хочу секс, хочу там тряпок, хочу еще что-то, хочу-хочу-хочуха. И вот эта хочуха впереди тащит этого разум наш, слона, на котором сидит человек, который умный может быть человек, но он беспомощный, потому что ничего не может придумать из-за того, что вот, извините, нету предпосылок для того, чтобы сознание давлело над телом. Тело со своими хотелками, эгоизмами, со всем оно, реакциями, оно впереди. То есть и вот Павлов рулит. То есть фактически нас сделали животными, именно обычными животными, какими мы и являемся на самом деле. Просто тело наше животное, а то, что нам дан разум, это еще ни о чем не говорит. Нас чему-то в школе научили. Но Маугли может быть умнее тех людей, которого ничего не учили, и там волки его воспитали. Он может быть умнее, чем человек умный, потому что у него есть мудрость, и у него есть... Это возможность восприятия напрямую. То есть есть умность, и вот эта цивилизация, она на ум ставит акцент. А мудрость просто исчезает. Исчезает из нашей жизни, потому что, кому нужны мудрые? Системе не нужны мудрые люди, которые умеют понимать происходящее здесь и сейчас. Или же туда, куда они направляют свое внимание. Нужны люди, которые будут читать в Википедии о том, что это, что это, что это. Это умность, это библиотека в голове. То есть человеку создают библиотеку, и вот он, то есть программу, и вот он, робот, ходит себе и мучается, страдает бедный, несчастный. Так вот люди и живут просто из-за того, что такие мудрые ученые, они играются в свои игры, старые такие еще как бы цивилизационного сопротивления и своего возвышения себя, да, вот мы такие умные, наука впереди всего-всего, а коронавирус пришел, и что? И начинается тысячи концепций, то есть лекарство от жоги лечит коронавирус, что-то лечит, что-то еще лечит. То есть полная некомпетентность, полная глупость. То есть свинья, вся эта сама, она руководит человеком. Вот так вот мы и живем. И вот такие мысли на 57-м дне поста меня посещают. То есть, в принципе, меня очень много мыслей посещают. Я вам буду еще рассказывать много-много сказок и по истории лингвистика. То есть это очень интересно. Вопросы. Задавайте вопросы. Почему? Почему Бог и богатство имеют один корень? Почему добро имеет два значения? Духовное и добро материальное. Почему все это происходит? Очень много вопросов я буду вам задавать. И посмотрим, сумеете ли вы на них ответить. А сегодня я буду прощаться с вами. Всего хорошего. До завтра.